Пусть священный вкус вернет тебя к жизни. Приветствую нового шевалье, который присоединился к нам и поможет в нашей весенней операции. Говорят на латыни. Они до сих пор там? Там. Чего ждете? У тебя нет плана? Нет. А у меня есть. Каков план? Нападаем. Нападение. Машина стоит сзади. Пойдемте. Давай, Джей, держись. Великий господин.
РПГ. И что ты чувствуешь? Рад тебя видеть. И все? Что-то еще хочешь от меня услышать? Я целый день с нетерпением ждал этого мгновения. Мне было очень интересно, что ты скажешь. Только что я рассказал обо всех своих чувствах. Ты, наверное, слышал. Получил то, что хотел. А ты что чувствуешь? Словно сбросил тяжелую ношу. Почему, Абдульхей? Я хотел, чтобы ты прочувствовал то, что чувствовал я. Я понял. Ну, и что теперь будешь делать? Буду продолжать идти дальше. Что я еще могу сделать? Теперь прошлое не сможет меня преследовать. А сейчас кем ты станешь? Зюлькюф Юксель. Трупом. Добро пожаловать в наши ряды, покойничек. Теперь ты лучше поймешь то, что чувствую я. Теперь иди и смотри, как страдают твои друзья. Выдержит ли твое сердце? Я не поступлю так, как ты. Скажу всем своим друзьям, которые могут хранить тайны. Я встречусь с ними со всеми. Раз ты начал жить новой жизнью, иди и живи. Исчезни. Ты же хотел исчезнуть. Почувствуй, как можно при жизни исчезнуть. Но не делай так, как ты говоришь. Ни с кем не встречайся. Почему?
Ты должен быть мертвым, чтобы Джаид смог жить дальше. Ты до сих пор говоришь мне о Джаиде. Я бы не говорил тебе о нем, если бы ты умер. Но я понимаю, что он пытается сделать. Твоя ложная смерть поможет ему подняться выше. Я сказал, что мы все разбрелись. Все было бы по-другому, если бы ты согласился работать с нами. Согласись, что если Джаид способен на такое, значит, ты ничего не сможешь сделать. Он переживает то, что пережил я. Кто знает, как он сейчас мучается. Но теперь ничего не помешает ему идти к цели. Даже если он узнает, что ты жив, я пошел к нему, чтобы сказать о том, что ты жив. Я тоже пошел туда за тем же. Мы должны были обсудить с вами прошлое. Возможно, все вместе мы бы могли выполнить мой план. Ты до сих пор в это веришь? Когда ты уже откажешься от своей веры? Не получится, ты не можешь и никогда не сможешь. Если бы ты согласился, если бы поверил, у нас бы получилось. Я снова повторюсь. Я не собираюсь участвовать в этом плане. Хорошо. Можешь встречаться со своими друзьями, но враги знать не должны. От этого зависит жизнь Джаида. Решение за тобой. Умри или убей. Teşekkür ederim. Большое спасибо. За то, что спас Гайя от Пойраза. Не за что. Мы приняли все меры безопасности. Как они нашли нас, Мете? Не думаю, что проблема в моей команде. Они появились после того, как приехали ваши люди. Господин, на нашу машину поставили жучок. Мы его уничтожили. Как вы могли его не заметить, Джонни? Мы думаем, что они установили его, когда мы поехали забирать наших братьев. Значит, они знают о наших ритуалах. А что с другой командой? Господин, они уже почти забрали других наших братьев. Быстро звони им. Если Абдульхей жив, то кто в могиле? Абдульхей!
Как они нашли это место? По этой могиле. Ты в порядке? В порядке, брат. Давай, я отвезу тебя в больницу. Лучше я пойду к Гае, она переживает. Рана не опасна. Гая обработает ее. Хорошо, Абдульхей. Тимур тебя отвезет. Брат, я соскучился по нашим совместным перестрелкам. Я соскучился по тебе. Командир, вы в порядке? Я в порядке, но Абдульхей ранен. Откуда ты узнал, что я здесь? Догадался, господин. Хорошо. Сейчас отвези Абдульхея к Гае, а этих и труп в могиле сожги. И что мы теперь будем делать? Сидеть сложа руки? Успокойся, Али. Дело так не закончится. Разве ГГТ не следит за ними, Пусат? Брат, мы потеряли их след. Сейчас найти невозможно. А чего мы сидим здесь? Поехали, подождем в том подвале. Может, они вернутся. Что за бред, имдат? Разве они могут приехать снова? Я пойду, подышу немного свежим воздухом. Слушаю, тетя. Хорошо. Есть какие-то проблемы? Ладно, диктуй адрес, я приеду. Thank you.
Что я сейчас буду делать? Моя жизнь сломалась. Послушай, мы должны срочно уехать отсюда. Я разбита. Все кончено. Ничего не будет. Мы должны торопиться, Селин. Я убила человека. Что я наделала? Что я наделала? Посмотри на меня и слушай внимательно. Доверься мне. Ничего не будет. Только делай то, что я говорю. Я отвезу тебя домой. Заберу машину и все уберу. Хорошо? Проблем не возникнет. Ничего такого не было. Хорошо. Мы должны срочно уехать отсюда. Давай. Это здесь? Как я и говорил. Жди от меня вестей. Хорошо. Иди уже. Что бы я без тебя делала? Большое спасибо. Селин. Добро пожаловать, дочка. Что делали? Ничего, папа. Ничего не делали. Я устала и пойду в свою комнату, как мама твоей подруги. Кто? Мама Мерви же заболела. Ах, да, она в порядке, папа. А ты почему плакала? Нет. Я не плакала, папа. Дочка, у тебя красные глаза. Где дьяволенок, папа? Ты накормил его? А ну посмотри на меня. Что за грязь на ноге? Дочка, что случилось? Произошла страшная вещь, папа. Я убила человека. Что? Что ты сделала? Я сбила на машине человека. Идем, а ну-ка сядь. Проходи, садись. Дочка, что ты говоришь? Он внезапно появился. Когда я заметила его, было очень поздно. Я даже не успела нажать на тормоз. Мне очень плохо, папа. Кого ты сбила, дочка? Где сейчас этот человек? Не знаю, папа. Мы сбежали с места происшествия. Сбежали? Вас кто-нибудь видел? Рядом со мной был наш с Мерви знакомый. Я должна была отвезти его домой. Потом он забрал машину. Он сказал, что все уладит, папа. Дочка, что ты наделала? Кто этот знакомый? Как его зовут? Сарп? А ну дай мне его номер. Селин, дай мне номер телефона. Ты иди к себе в комнату.
Алло. Алло. Тургут? Тургут? Узнал новости. Не вздумай навредить моей дочери. Сегодня ночью можешь спать спокойно. Не волнуйся, полиция не придет. Где ты? Я приеду к тебе. В свое время мы тебя ждали, но ты не пришел. Теперь ты будешь ждать. Завтра встретимся. Я сообщу тебе время и место. Его Высочество очень сильно разозлился, что вы не смогли обеспечить должную безопасность великому господину Кейн. Ты смог узнать, как они обнаружили нас? Они узнали, что Армагеддон не оставляет погибших товарищей. И теперь используют это против нас. Это не может служить предлогом для оправдания, что нашу вторую церемонию посвящения раскрыли. Как ты думаешь решить эту проблему, Кейн? Эти ритуалы превратили Армагеддон в армию мертвых. Мы не можем их изменить, что бы ни случилось. Не связывай наши ритуалы и свой провал, Кейн. Я, конечно, знаю, что это очень важная мотивация для Армагеддона. Но все можно сделать в течение 90 дней. Почему ты так торопишься забрать тела? Не хочу, чтобы они оставались на этой земле. Мы много веков питаемся на этой земле. Последние дни наши ритуалы послужили причиной больших потерь. И ты отвечаешь за них. Ты должен узнать, как враги догадались об этом. Вы меня допрашиваете? Нет, Кейн. Вот только я не думаю, что его высочество будет и дальше завтра после полуночи отнеси это по данному адресу. Не перепутай. Не волнуйся, Джаид. Поздравляю, Джаид. В конце концов, ты вошел в наши ряды. Тебя хочет видеть маэстро.
Мы не знаем, откуда это появилось. Нашли в саду. Внутри есть жесткий диск. Отнесите Артуру. Хорошо. Он здесь. Ты волнуешься, Джейд? Когда что-то начинаешь, всегда волнуешься, господин. Ты должен был получить это из рук великого господина. Но ему пришлось уехать в Иерусалим пораньше из-за того, что произошло. Что это? Это призма, твой паспорт. Код, открывающий 33 двери, будет передаваться отсюда. Я привязан к вам? Да. А я привязан к великому господину. А великий господин связан с его высочеством. Сейчас тебе достаточно этой информации. Хорошо, а как мне ее использовать? Ты пока ее спрячь. Когда придет время, ты узнаешь, как ее использовать. Я чувствую себя усталым. И если позволите, хочу немного отдохнуть. Хорошо, можешь идти. Я Джаид Кая. Проник к вам, чтобы отомстить за смерть Полата Алемдара. Я дал себе слово, что дойду до конца. На этом пути я делал то, что мне было не очень приятно, но не сошел со своего пути, потому что мой брат Полат Алемдар тоже дошел до конца. Какой приятный сюрприз. Я очень рад, что ты присутствовала на моем посвящении, Маргарет.
Расскажи нерассказанную одну историю, сынок. Пожалуйся на этот бренный мир. Просто расскажи. Я выслушаю твою историю и твои жалобы, сынок. Отец, я говорил, что теперь только ты поймешь меня. Я сделал одну вещь. Может, даже ты и ее не поймешь. И что же это? Я принял самое сложное решение в своей жизни. Интересно, кто там пришел? Слушаю, сынок. Извините, я побеспокоил вас в такое время. Мне сказали передать вам этот пакет. Кто сказал, сынок? Джаид. Тимур. Пакет, присланный отцу Умеру, проверен? Проверен, господин, он чист. Хорошо. Что сказал брат Полат? Чтобы я никому не показывался, кроме своих друзей. Жизнь Джаида зависит от этого. Джаид плохо поступил с тобой, тише. Сколько мы будем здесь сидеть? Тебе не понравился этот дом? Нет, не поэтому. Мне все равно, где находиться. Главное, чтобы ты был рядом, Абдульхей. Я переживаю за то, что будет потом. Что будет с нами. Гайе, у меня серьезные планы насчет тебя. Сегодня вечером я расплатился по всем счетам. Все закончилось. Правда закончилось? Для меня закончилось. Это, наверное, Али. Открой дверь, пусть войдет. Добро пожаловать, Али. Я переживал и поэтому пришел. В чем дело? Почему ты здесь, тетя? Все в порядке, Али. Заходи и поймешь. О, Господи. Аби? Брат? Али? Али? Это ты все устроила, да? Bunu
Ты уверен, что хочешь сделать это? Уверен. Сейчас наши потребуют сделать аутопсию. Я прошу, чтобы вы провели аутопсию с доктором Экремом. Там все и сделаете. Раз труп обгорел, значит ДНК могут взять зубов. Принеси мне одеколон и салфетку. Этот труп больше всех похож на Абдульхея. Принесла? Думаю, этого хватит. Все, как мы договаривались, никто не должен знать. Присядь сюда. А почему вы мне не сказали? Садись, Али, я тебе расскажу. Теперь вы под покровительством председателя и будете жить здесь. Кара и я будем обучать вас. Хорошо, а что мы будем делать? Со временем вы узнаете, что нужно делать. Для начала вы должны знать, что будете служить черному санджаку. Хорошо, а что такое черный санджак? Это боевой санджак пророка. К тому же, один из первых санджаков тюрков. Черный санджак будет рядом с теми, кому нужна помощь от тиранов. Если бы вы не встретились с Иваном, они сами бы нашли нас. Сейчас мы на шаг впереди них, Кара. Во время драки удары не считают, шеф. Это всего лишь удар. Кара, чем тише мы создадим черный санджак, и чем тише они будут выполнять операции, тем позже шевалье храма заметят их. Шеф, на Балканах невозможно что-то тихо делать. Кара, что бы мы ни делали, шевалье сразу узнают. В этот раз нужно действовать очень тихо. Хорошо, шеф. Куда едем? В Азербайджан. Братская страна. Ты же знаешь, что в Азербайджане убили нашего члена совета. Найдешь его связи. А еще возьмешь новых людей из трех беев. Я не смог узнать, откуда принесли посылку. Продолжай работать в этом направлении, Мите. Они раскрыли наше местоположение. Я думаю, что нужно отсюда уходить. Эту операцию провели в доме. Они уничтожили только компьютерную сеть.
У вас есть... Кто-то, кого вы подозреваете? Пока нет. Что мы будем делать дальше? Мэтэ, оставь нас с Джаидом одних. Джаид, я хочу, чтобы ты лично занялся этим делом и отчитывался только передо мной. Входи. Проходи, Пусат. Присаживайся. Вчера вечером мы в последний момент упустили шевалье храма. Я знаю, Пусат. Скорее всего, там была церемония посвящения Джаида. Я никак не могу поверить, как брат Джаид сделал такое. Пусат. Абдульхей не умер. Как это? Он спасся. Но все должны думать, что он умер. Брат Абдульхей в порядке? В порядке. Сейчас он отдыхает. Я позвал тебя по другому поводу. Ты выходишь из подразделения КГТ. Я сделал что-то неправильно? Нет-нет. Я хочу дать тебе другое задание. Улицы — это вены города. КГТ не успевает следить за ними. Нам нужен человек, который будет держать руку на пульсе города. Слава твоего деда и отца до сих пор на улицах. Я хочу, чтобы ты, используя их славу, начал работать на улице. Значит, я уйду в подполье? Именно. Мы будем с Акифом? Нет. Возможно, Акиф будет знать о твоем задании, но, может, вы будете по разные стороны баррикад. Как я буду работать один? Есть те, с которыми ты хочешь работать? Имдад, племянник дяди Зазы, Бекташ, дяди Зюльфикяра. Я заметил, что и Ихсан неплохой парень. У тебя даже команда уже есть. Эти часы остановились, когда умер твой отец. Он по ним засекал время. До сегодняшнего дня они стояли. Сейчас они твои. Часы будут работать на твоей руке. Мы будем связываться через них. Когда часы остановятся, значит, тебе нужно связаться со мной. Первое задание тебе объяснит Тимур. Спасибо, брат. Ну давай, давай, удачи тебе. Что ты себе позволяешь?
Я ничего не делал. Твоя дочь сбила человека. Держись подальше от моей дочери. Ты ругаешься вместо того, чтобы поблагодарить меня. Не будь меня, твоя дочь. Что ты делал рядом с моей дочерью? Абсолютная случайность. Хорошо, что я был рядом. Посмотри. Ужасная авария. Камеры вокруг тоже все записали. Это ты все подстроил, да? Не переживай. Это видео есть только у меня. Я почистил все доказательства. Пока я не хочу, никто ничего не узнает. Что ты за человек? Сердобольный. Мы ждем твоей помощи для нашего фонда. Люди, которых мы посадили в тюрьму за убийство нашего барона, сбежали, господин. Мы знаем, кто провел операцию. Турецкое государство. Команда, связанная с КГТ. Они чистят свои хвосты, связанные с операцией в Сербии. Это был первый удар. Второй может быть в Баку. Я думаю, они направятся туда, чтобы отомстить за убитого члена совета. Что прикажете? Свяжи меня с Раскольным. В чем дело, Пусат? Ты еще чем-нибудь в этой жизни занимаешься, Ихсан, или только сироп пьешь? В чем проблема? Какая у тебя цель? Бегаем, Пусат. Куда пошлют, туда и бежим. Как сухие листья. Летим туда, куда ветер дует. Ты постоянно что-то делаешь, но цели у тебя нет. А ты, Имдад? Что ты хочешь от жизни, кроме как отомстить за дядю? Ничего. А ты, Бекташ? Делаю все, что скажет мой дядя. Брат Полат, брат Мемати, брат Абдульхей, все погибли. Мой отец тоже умер. Теперь улицы остались шакалам и собакам, а мы здесь сидим и чего-то ждем. Мы даже не знаем, что и зачем делаем.
У меня не осталось терпения ждать. КГТ нам только голову морочит. Неизвестно, что мы делаем. Неизвестно, с кем боремся. А на улицах преступность в самом разгуле. Я возвращаюсь на улицы. Каким образом, Пусат? Какой у тебя план? Сначала я заберу то, что принадлежит моей семье. Потом улица будет жить по правилам. Не спрашивайте, чем это закончится. Я выхожу в путь. И как говорил брат Пулат, кто думает, как все закончится, никогда не станет героем. Ты со мной, Имдад? Я с тобой, Пусат. А ты, Бекташ? Я с тобой, Пусат. Ты со мной, Ихсан? Я с тобой, Чакыр. Только что я поговорил с Раскольным. Он сказал, что во время поездки в Иран на турецкого премьер-министра будет устроено покушение. Его высочество знает об этом. Не думаю, что Раскольный будет делать такие вещи без ведома его высочества. Это покушение может нарушить многие отношения. А что мы будем иметь с этого? Покушение совершает русский в Иране, а конечная цель — Турция. Россия для нас прекрасная возможность, чтобы остановить сближение Турции и Ирана. Мы получим нужные финансы и внедрим свою политику, если Раскольный удачно совершит свою операцию. С политикой все понятно. А как вы думаете заработать на этом? Я дал указание начать продажу без покрытия наших акций на бирже. Проводить такую операцию за рубежом с помощью премьер-министра значит выдать себя. После наших последних спекуляций Турция всерьез занялась финансовым рынком. Мы достигнем своих целей намного раньше, чем они в этом разберутся. Я не согласна с вами. Прокурору Лейле уже дали задание изучить наши финансовые фонды. Она была возлюбленной Пулата. К тому же она убила нашего брата Джека. Он был телохранителем Маргарет. В Турции убивали прокуроров. Когда-то некоторые были убиты для наших целей. Как говорит его высочество, произошедшее один раз может повторяться постоянно. Я с удовольствием выполню это задание. Войди. Госпожа прокурор, пришел господин Гюкчер. Хорошо. Добро пожаловать. Спасибо, госпожа прокурор. Присаживайтесь. Что вы смогли узнать?
Это дело одного из самых важных людей структуры, которая осуществляет международные финансовые операции в стране по исследованиям нашей организации. Операции, которые проводит этот человек вместе с шевалье храма, в Турции потрясают экономику нашей страны, а прибыль, получаемая таким образом, довольно высока. Госпожа прокурор, внешние связи этой структуры очень сильные. Для будущего нашей экономики очень важно раскрыть их всех. Данные, которые я узнала сама, параллельны вашему делу. Госпожа прокурор, они, зарабатывая деньги на незаконных спекуляциях, получают влияние в нашей стране с помощью энергетики, угольной отрасли, банков и медиа. Потом, используя это влияние, наносят серьезный урон экономике нашей страны. Таким образом, Турция теряет авторитет на мировом финансовом рынке. В таком случае мы должны взять под контроль эту незаконную прибыль и сломать их стратегию. Вы можете начинать действовать после входа в нашу систему. Я понял ваш приказ, госпожа. Мы начнем операцию в самое ближайшее время. Прошу, дать вам карту. Имдад Бекташ, постойте здесь. Шуруп, идем со мной. Добро пожаловать, брат Пусат. За какой столик тебя посадить? Что это? Брат, это новые аппараты. А где ручка? Все сенсорные, брат. Играть можно и в Тель-Авиве, и в Коста-Рике. И как запускать? Кредитной карточкой, брат. Отличное начало, Чакыр. Я не люблю проигрывать, дорогой. Скажи, чтобы вернули мои деньги наличными. Хорошо, брат. Брат, что происходит? Они снимают деньги.
что случилось? Кто это? Брат, это Пусат, сын Чакыра. Что он хочет? Он не любит проигрывать, брат. Хочет свои деньги. Значит, хочет свои деньги. Господа, чего вы хотите? Свои деньги. Сколько? 5 миллионов. 5 миллионов. Отдайте то, что они проиграли, и пусть уходят. Это сегодняшний проигрыш. Что ты говоришь? Ты пришел за данью в казино Балтазара. Хватит понты кидать, иначе вам ноги поотрубают. А теперь пошли вон отсюда. Будем считать, что ничего не было. Ты кого откуда выгоняешь? Кого выгоняешь? Начинай считать последствия. Что тут происходит? Ложись. Я Пусат, внук Ляза Зии, сын Сулеймана Чакыра. Пришел забрать то, что было украдено у моего отца и деда. Я наследник всех казино и прочих заведений Стамбула. Если кто-то не будет платить, сначала отстрелю руку, которая крадет... А потом голову. Мы давно с тобой не встречались, Марч. Рад, что ты наконец вспомнила обо мне.
Надеюсь, у тебя хорошие новости. Новости хорошие. Если сделаешь то, что я прошу, достигнешь своей цели. Кажется, ты ее знаешь. Нас познакомил Мурат. Чего ты хочешь? Сегодня она должна умереть. Одну секунду, Марч. Я все правильно услышал? Ты говоришь о убийстве прокурора, да еще и сегодня. К чему такая спешка? Это покушение – часть международной операции. Поэтому время очень важно. А нам какая выгода? Я говорю тебе, что проводится большая операция, Сарп. Ты можешь себе представить, как это отразится на бирже? Это я понял. Но что я получу, если проведу это покушение? Инспектор Кейн сейчас один. Если мы выполним его приказ, то получим лишний козырь. А ты очень быстро дойдешь до желаемого места. Что ты сделал с моими дисками? Один я отправил курьером по данному тобой адресу, а другой отдал отцу Умеру собственными руками. Он что-нибудь сказал? Нет. Я ушел побыстрее, чтобы он не начинал расспрашивать. Закрой магазин и спрячься на некоторое время. Хорошо, Джаид. Насколько я должен спрятаться? Зикияи тебе сообщит. Отец, я все настроил. Включится, когда вы нажмете на эту кнопку. Спасибо, сынок. Вы еще что-нибудь хотите, отец? Нет, спасибо. Всего хорошего. Всего хорошего, сынок. Господин Дис подключен к телевизору. Вы можете посмотреть. Хорошо, Тимур. Отец Умер, если вы смотрите это видео, я, скорее всего, уже умер. Вы самый надежный человек, который может спрятать эту запись, пока о моей смерти не узнают все вокруг. Отец и мои любимые друзья, знаю, что вы все на меня злитесь и думаете, что я предал вас. У моих поступков есть одна только причина – месть за брата. Знаю, что вы будете злиться на меня, скажете, что я борюсь без вас. Возможно, вы правы, но по этой дороге можно идти только одному. Если вы получили эту запись, значит, я дошел до конца и отомстил за брата Пулата. Я прошу прощения у всех друзей, которых, возможно, обидел на этом пути. Ваша любовь будет моим саванном.
Добро пожаловать, спасибо. Добро пожаловать, спасибо. Простите, вы хотели еще вчера встретиться. Соболезную. Абдульхей теперь стал таким, как мы, господин Сами. Очень рад. Что у нас на повестке дня? Сначала я хочу передать, что Совет просит разрешения собраться. Они хотят провести собрание в самое ближайшее время. Я готовлю помещение. Когда будут приняты все меры безопасности, я всех созову. Вы можете передать им наши решения. Слушаю вас, господин Сами. Я хочу рассмотреть с вами два вопроса. Один связан с денежными векселями в Турции, а другой с биржей металла. В Турции нет данных об обмене векселей. То есть они ни на кого не записываются. Мы не знаем, кому они принадлежат. Правительства, которые хотели выдавать именные векселя, сталкивались с недовольством иностранных и местных рабочих. Мы должны навести порядок в этой сфере. Это будет очень сложно. Я прав? Ходжа, сделайте все, что нужно для решения этой проблемы. Второй вопрос. Шевалье храма хотят контролировать наши природные ископаемые. Они давят на государственные инстанции и получают информацию о залежах минералов. Таким образом, они получают данные, не проводя никаких исследований. Для того, чтобы подешевле выкупить эти участки земли, создают благотворительные фонды и общественные организации. Я хочу, чтобы вы с помощью льготной организации и созданного фонда взяли под государственный контроль эти природные залежи. Я прикажу Акифу проверить все фонды и общественные организации, созданные шевалье храма. Биржа металла и металлургическая отрасль очень важна для исламских банков, потому что они каждый день используют сделки репо. На данный момент системы исламских банков используют лондонскую биржу металла. Англичане закрыли биржу золота в нашей стране. Нам будет очень сложно открыть биржу металла. Нам придется заплатить, чтобы сделать это. Сейчас время, когда мы должны противостоять всем трудностям. Если мы сможем это сделать, если построим биржу металла Турции в нашей стране с собственным фондом, то значит перетянем деньги биржи в Лондоне. И теперь это будут не защитные действия, а атака. Это самый большой удар по шевалье храма. Биржа металла, которую мы хотим построить, может притянуть к себе и большую часть денег исламских банков, которые находятся в Иране. Это около 350 миллиардов долларов. Сейчас очень важна новая политика Обамы, связанная с Ближним Востоком и Ираном, а также сближение Турции и Ирана. Правда, господин Сами? Да. К тому же, миллиарды долларов, принадлежащие шевалье храма, вложены в нефть и золото. Если мы сможем осуществить свои планы, золото упадет в цене до 1000 за килограмм, а нефть до 30 долларов за баррель. Для них это будут большие убытки. Значит, придет конец для шевалье храма, которые не хотят видеть нашу страну в новом сильном положении. Спасибо, на здоровье.
Председатель сидит в четырех стенах, а ты хорошо устроился. И что ты здесь планируешь делать? Может, займемся ландшафтным дизайном вместе с Али? Да, Али? Конечно, брат. Как ты скажешь. Значит, ты хочешь заняться планировкой окружающей среды? А ты чем занимаешься? Председатель приказал создать команду против Армагеддона. Международную, сильную команду. Она называется «Черный Санджак». Такая же сильная, как и ее название. А ты, значит, командир. Мы создаем ее под покровительством председателя. Вообще-то, было бы лучше, если бы и ты был. Мы же занимаемся дизайном окружающей среды. Правда, у нас очень большой район, но... Ладно, Кара, все понятно. Поздравляю. Спасибо. Дай бог добру. Слушаю, тетя. Эрхан, я кое о чем попрошу тебя. Конечно. Куда? Проходи. У меня для тебя хорошие новости. Я убедил Тургута. Он сказал, что будет с удовольствием работать для фонда. Это хорошая новость. Как ты смог убедить его? У всех есть слабости, Мурат. А что у тебя с Седатом? Седат тоже готов. Поздравляю, коллега. Вообще-то, есть еще более важная новость. В течение одного часа будет проведена операция. Я приказал начать продажу акций фирмы без покрытия. О какой операции ты говоришь? Прокурора Лейлу Туркмен убьют. Ты же знакомил ее со мной. О чем ты думаешь? Не верь всему, что слышишь. Мир меняется каждую минуту. Хочешь, чтобы я проводил операции с нашими общими акциями? Хорошо, делай. Потом проблем не будет? Не волнуйся, я все улажу. Мне нужно сделать один звонок. Слушаю, Мурат. Ходят слухи о новой операции Шевалье Храма. Какой? Я думаю, они объединят финансовые спекуляции и покушения. То есть, Мурат? Акиф. Покушение на прокурора Лейлу Туркмен. Что ты еще знаешь? Больше ничего. Это все, что я знаю. Хорошо, Мурат. Если узнаешь что-то еще, немедленно сообщи мне. Хорошо.
Волкан. Волкан. Немедленно определи местоположение прокурора Лейлы Туркмен. Пошлите туда наше подразделение. Шамиль, Альптекин. Идемте со мной. Можете начинать. Слушаю, Акиф. Госпожа прокурор сейчас в опасности. Мы должны переправить вас в надежное место. Какая опасность? У нас нет времени. Дайте телефон шоферу. Ахмед, выполняй распоряжение Акифа. За вами кто-нибудь едет? Пока нет. Поверни налево. Теперь через 100 метров опять поверни налево и увидишь нас. Осторожно. Ахмед, будь внимателен. Держитесь. Госпожа прокурор, вы в порядке?
Идем, отдельная коробочка, идем. Ты знаешь, что такое отдельная коробочка? Даже если 40 лет не смазывать ее, она все равно сразу откроется. Отец, вы посмотрели запись? Да. Как ты принял такое решение, сынок? Я чувствовал себя опустошенным после смерти брата. Не знал, что мне делать. Желание отомстить за него привело меня в чувство. Это было очень сложно, отец. Было ужасно вести себя, как они, и стрелять в своих собственных друзей. Но я не мог свернуть с пути. Каждый раз, когда я сомневался, мне на ум приходил брат. Каждый раз я засыпал с муками совести и просыпался с желанием мести. Но теперь я не могу, отец. Мне нужна сила и вера, чтобы продолжать. Меня мучает совесть, отец. Но теперь я не могу уйти с этого пути. Я не сомневаюсь в твоей искренности и твоей цели. И ты не сомневайся. Спроси у своего сердца. Если ты веришь, что находишься на правильном пути, тебя никто не остановит. Аллах будет с тобой, если ты искренен сердцем. Ты знаешь историю пророка Юнуса? Пророк Юнус покидает свой народ, считая, что плохо выполняет свою миссию. Он садится на один корабль и уплывает в море. По пути начинается страшная буря. Капитан и команда думают, что это он принес несчастье, и бросают пророка Юнуса в море. В море пророка Юнуса глотает большая рыба. Долгое время ему приходится жить в животе этой рыбы. Пророк понимает свою ошибку, раскаивается и произносит молитву. Читает молитву. Нет истинного божества, кроме тебя. Причист ты. Воистину, я был одним из несправедливых. Аллах принимает его мольбу и приказывает рыбе выплюнуть пророка на берег. Рыба оставляет его на берегу и
Пророк снова возвращается к своим обязанностям. Он продолжает призывать людей поклоняться Всевышнему Аллаху. Ты, как и пророк Юнус, почаще повторяй эту молитву, чтобы Аллах и тебе даровал спасение, Джаид. Спасибо, отец. Отец. Диск. Мои уши похоронили то, что я услышал, сынок. Молись за нас, отец. Да сохранит тебя Аллах. Брат, у этой скамейки есть хозяин. Ты не можешь сидеть здесь, когда захочешь. Вставай. Иди занимайся своими делами. У меня душа горит, и ты можешь задохнуться в дыму. У скамейки хозяин есть хозяин. Это скамейка брата Абдульхея. Вставай давай. Ну же. Значит, скамейка брата Абдульхея. Брат Абдульхей погиб. Ушел Абдуль. Что? Брат Абдульхей погиб. Оставь меня одного. Ах, этот бренный мир. Вот как сейчас не напиться? Сынок, у вас что, других забот нет? Абдуль? Эрхан? Абдуль, ты? Как же так получилось, Абдуль? Я видел твой обгоревший труп. Прости, Господи. Извини, Эрхан. Так было нужно. Как это так было нужно? Ты знаешь, что я пережил? Я потерял всех друзей после брата Полата. А если бы я бросился в воду от горя? Ладно, Эрхан, не преувеличивай. Все нормально. Ты до сих пор говоришь «не преувеличивай». Ты посмотри только. Все думают, что ты умер. Давай сообщим ребятам. Стой, Эрхан. Стой. Давай сядем, поговорим. Потом сообщишь.
Брат? Ты идешь с нами. Читает молитву. Алейкум ва рахматуллах.